Как вы узнали об эксклюзивной распродаже? Мне пришла смс-ка и письмо на электронную почту. Вчера вечером пришла смс. Слежу постоянно за новостями, имею определенный статус на сайте. Мне пришло уведомление. Мне на почту пришло счастливое письмо, что вот я вошел в число замечательных счастливчиков, которым вот предоставилась скидка. Успели уже что-нибудь купить? У меня была только что супруга здесь, она отложила на кассе два товара, сейчас я посмотрю что-то для себя. Крестнику подарочек небольшой, чтобы занимался, казанку на память. Футболочку приглядели в подарок друзьям, которые живут не в России, но болеют за Локомотив. Нравится ли вообще такое в рамках программы лояльности состав и Локомотива? Да, конечно. Я считаю, что это отличная идея распродавать старые коллекции со скидкой и, может быть, что-то одновременно купить из нового. Положительно, потому что это какая-то работа определенная с болельщиками, которая дает положительные эмоции. Это очень интересно, это привлекает, тем более сейчас в нынешней ситуации, когда болельщиков надо завлекать. То есть очень много интересных функций, таких как посетить тренировку, вывести ребенка. Это вообще была очень крутая идея. Может быть, какие-то предложения есть? Весь доступный инструментарий вы используете. Наверное, надо посмотреть, а так пока сейчас что-то нового, наверное, предложить не получится. Мне вот очень хочется выиграть в квизе, знаете, вот перед матчем я уже столько раз пробовал. А так, ну вот очень интересные всякие конкурсы, где можно выиграть общение с командой.